Мне бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад. Вижу тень наискос. Ну что, всем привет, привет, тут солнечная Таня на проводе. Кстати, она солнечная, но ветреная у нас. Вчера вечером дождь, прямо ливень с грозой, молнией, так круто. И позавчера вечером, то есть днем вот солнышко, все, небо голубое, и под вечер этот самый. У меня туфли новые, 40-го размера, сейчас вам покажу, я в них хлюпаю. Мне надо купить или слитки, на нервной почве голос сел. Мне надо купить или слитки, или какие-то носочки, смотрите. Это я вам рассказывала за тот сайт, на котором я беру и плачу три раза. Я одела носки, потому что, ну, я боялась, что я ими натру, а не новые, хотя 40-го размер. Очень удобные, широкие здесь. Вот такие девочки. Мне кажется, что черный носок все портит. Люрексовый. Не смотрит, идет. Что смотреть-то? Что смотреть-то? Мне кажется, он не то, что там, ну как, можно телесное было бы, наверное, красивее. Я побоялась ноги стереть. Так, ладно, куда мы идем? Мы идем, мне надо к Лизе зайти. Отнести ей печенушки, купить вкусняшки ей за то, что она так долго меня ждала. И сигареты сейчас идут. Я вам, кстати, не показывала, у нас в городе поставили вот это вот какой-то памятник. Это один тут стоит, один с той стороны какой-то круг стоит. Что это такое, я не знаю. Я не знаю, что я даже не буду в это углубляться, что это такое. Просто вот так вот. Сок золота. И все. Так, там должна быть открыта, мне кажется. Табакину, сейчас посмотрим. Вот я в этих носках, в этих туфлях немножко подхлёпываю на пятки, знаете. Но опять же, если бы я взяла 39-й, мне был бы капец. Наверное, из-за того, что носок колготочный, никотиновый, или как оно правильно сказать. Наверное, из-за этого нога и хлёпает. Если бы носок был трикотажный, было бы нормально. Открыт магазин? Открыт. Все, сейчас я возьму печенушки. Если носка не видно, нормально. Я брала эти туфли специально, чтобы ехать не в кроссовках. У меня, я ж не пойду в розовых туфлях. Хотя я уже потом подумала, как вариант, можно было бы и в розовых ехать. Просто места в машине нету. Так, ладно. Бонжорно. Валева прендерик, валева пиццетина пикуля, валева. Мне надо Лизе взять. Валева фаруна скатулина пикуля. Си, си, ва бене. Tutti diversi, tipo uno, quella verde, giallo, rossa. Bravo. No. Poi due di, una di questi con cioccolato. Questa qui vicina. Sì. Infatti, magari un po' di guante. Ruca mia. Poi questi qua, verde, giallo, questa qua. Una gialla e una di quelle. Sì, vai. Так, у меня папучку, бутик. И Лизе я взяла этот самый, сейчас отнесу. Здесь рядом магазин. Тут есть девчонок, бросил на PayPal, говорит: Марина, где ваши булки, пожалуйста. Ну, булку я не хочу сахарную. Сколько вы сахар слепите? Ну, вот так вот, глюкозочку в организм. Варгага. Я раньше так не гекала и не шокала. Было как-то по приколу, и так вот этот прикол вошел во меня. Меня как-то это и не смущает меня. Девочки, ну что, мальчики, мужчины. Ушла я сегодня с подработки, потому что здоровье важнее. Я 3 недели просто никакая, развела. Просто никакая. Хорошая женщина, все, она не орет ничего. Ну, бляха-муха, она только подходит к тебе со спины.
Я, смотрите, я хожу никакая, я себя не узнаю такой. Бывают там падения, бывают взлеты, бывают какие-то неприятности. Что ты можешь расстроиться. Блядь, не до такой степени. Я там знаю, что есть периоды. Мне уже даже карлик моими словами говорит. Ой, Марина, ну, наверное, это такой период. Надо сюда положить суфик. Ну, Марина, это, наверное, такой период. Я говорю, не знаю. На меня это не похоже. Или я действительно всю энергию посылаю вот на этот конкурс, и эмоционально я выжата. Кстати, девочки писали по поводу костюма. Многим понравился вельветовый костюм светлый. Или, блядь, у меня настроение такое, знаете. Или я так выгляжу, я не знаю. Хотя, ну, я так без румян, без ничего. Он как сегодня ветрено. Хорошо, я черное белье вывесила. Белое нет, не успеет проветриться. И это... Чи взять его потом себе, чи не взять его на тот корабль. Дай Бог здоровья вам, кто выслал на Буски. Уже кафешку около моего дома закрыли. Она долго стояла закрытая. А потом, видно, продали. Там что-то где-то работы шли. Не знаю, что. У меня дома собаки. Вот. Не выходили на улицу, потому что трава мокрая. Девчонки написали, говорят, ой, я, кстати, не спросила. Настя надела, вот это, которое платье мне купила, которое я пальто отослала. Даже не спросила, на тонну пробовала делать с макаронами или нет. А это, посылку она поставила, платье она поставила. Я здесь оплачу, она, наверное, только за новую почту, я так думаю, заплатила. А туда посылку отправляла, я заплатила. Потому что некоторых этот вопрос прямо мучил. Марина, вчера комментарий, кто хочет помогать своим родственникам, всегда найдет, как им помочь. Я своей сестре на ребенка, на маленького, деньги высылаю каждый месяц. Это не такая большая сумма. Но я всегда говорила, если у меня есть 100 евро, 50 твоих, 50 моих. Ну, она не курит на ПЕ, не матюкается, она Ванечку. Вот. С чего вы... Я просто шо посылки, там посылки, как я... Через что я отправлю посылки? Такой хаос везде. Раньше поставил посылку на пару дней там. А сейчас поставил посылку на 2 месяца кататься будет с сыром. Ну вы же просто что-то там не договариваете. Не, я не то, что не договариваю. Я всегда говорила, что я посылаю деньги, сестре передаю. Не просто большую сумму боюсь передавать, потому что раз там утром, завтра проснешься, банка нет. Ужас. Еще новостей этих насмотрюсь. Короче, я когда померила тот фиолетовый костюм, во-первых, я поправилась. На мне штаны были М, и пиджак был М-ка. И штаны прям так, знаете, прям вот хорошо прям так. Даже если попрыгать, не спадут. Надо что-то с этим делать. Вкусный бутерброд какой-то, но что-то сегодня не хватает в нем. Мне нужно было еще взять запись на тест, на тампон. Написано, что тампон 48 часов до посадки. Почему не 24? Короче, ладно, что я делаю? А, мне надо посмотреть или слитки, или носочки. Но мне, конечно, все люлька своя нравится, эти блесточки. Ну, правильно, там комментарий девочка была, написала, говорит, женщина, девочка.
А это мне нравится, что Марина клеит. Нашла себя. После чеблёточки как-то кашу. Чем больше занимаюсь этим рукоделием, в скобочках, тем лучше уже получается. Рука набивается. Она меня успокаивает. Видите, до такой степени успокоила, что я 3 недели на себя не похожа. Я вам говорю, что там даже сигареты, где продают около моего дома, это говорит, боже, ты даже когда на велосипеде раньше ехала, от тебя аж светилась. Лена, дай бог здоровья девочке всем. А со всем остальным справимся. Все, побежали к Лизе. Я не знаю, где эти носки посмотреть. Я туфли специально одела, чтобы их немножко разносить. Они нормальные, но они... у меня нога широкая. Нормальные, все хорошие, симпатичные. Туфля хорошая, осенняя. Телесные, наверное, носки надо или какие, я не знаю. Как-то стрёмно одевать со снитками. Я ноги нафиг убью. Я еще хотела купить эти лейкопластыри. Не знаю, может быть, на Амазоне закажу, потому что здесь в аптеках так все дорого, девчули. Это вообще очень дорого. Там 3 этих самых лейкопластыря, блядь, целое состояние. Короче, такие дела. А за костюмы их, наверное, быстро разберут. Потому что я когда мерила, это видно, только завезли в Тедзенис. Я когда мерила, были размеры. А так как раз. А с другой стороны, ну возьму я его. Ну можно в нем поехать, да, в брючном костюме. Можно, в принципе, в нем поехать. Потому что, когда мы будем заселяться на корабль, люди там уже будут кататься 2 дня. Первая группа. Он же нас везде соберет. Я извиняюсь. Он же нас везде соберет, там, по пунктам. И... они же, наверное, все выйдут на палубу смотреть, кто к ним приехал, поэтому они же должны сразу понять, who is who. Я вас не подведу. Мы с вами везем, как всегда, не формат. Не формат этих конкурсов мы с вами везем. Вот. Но, опять же, это сцена. И я там, я по-другому не могу. То есть я не могу по-другому одеть просто костюмчик и пойти. Я не могу. Там должна быть, как, вот, костюмчик, я имею в виду, у них называется этот купальник. Кстати, у меня девочка писала в Инстаграме, она, по-моему, в Канаде живет. Она говорит, Марина, на тебя насмотрелась. Говорит, я тоже начинаю заниматься конкурсами, ну, для женщин в нашем возрасте. Вот, и она говорит, 40 континентов, по-моему, она написала. Надо будет перечитать. Я давно не заходила в Инстаграм в личку. Она говорит, приезжай сюда. Я говорю, ну, узнай, там есть организаторы с Италии, может, какие-то группы туда везут. Вот. И она говорит, на тебя насмотрелась, я тоже буду ехать. Понимаете, я просто не знаю, почему, я не могу. Там вот я рассказывала, есть еще такая Марина, итальянка. Как-то мама даже ее показывала в Ютубе. И вот она там уже 30 лет занимается этими конкурсами. Персонаж из себя сделала, в общем, она. И она тоже, кстати, выделяется по сравнению с другими. Она в другой категории, выше, старше меня. Там, по-моему, около 60 лет. Вот. Прекрасно выглядит, плоская, сиськи не накачивает, то есть не надутая, маленькая грудь, но своя вот это еще осталась. Остатки роскоши. Вот. Поэтому везем мы с вами не формат, симпатичный. Для меня это самовыражение, интересный. Конечно, очко репит, извините за выражение, что, наверное, не пойму, скажу, боже, что это за чудо в перьях. Говорит, Марина, куда вы эти перья? Да, девки, дайте я их натыкаю, больше я их тыкать не буду, все. Вот я ваш комментарий прочитала, что Марина, хватит их тыкать, эти перья, все, я больше не буду их тыкать. Буа, да, но перья нет. Вот, поэтому я вас не подведу, мы будем с вами самые симпатичные. Мне надо купить лак для волос. Так той женщине я не отнесла тот лак, который она мне продала. Постараюсь на неделе, можно его обменять. Но она меня помнит, она на меня в Инстаграме подписана. Вот. Все, вроде так мы и собрались с вами. В чем одеваться, я там не знаю. Вот, но, там девушка писала, купите себе этот вельветовый костюм, он подойдет там, или пойти в город, или вы пойдете на обед. Он недорогой, он стоит недорого. Ладно, девчули, пойдемте к Лизе. Да, ты какая? Ты царь короля. Да, сегодня бумагу выкидывают, надо не забыть, у меня дома коробки стоят.
удобно, девочки, удобно. Такой каблук какой-то мне немножко не это. Ну вот, сейчас зайду, я посмотрю там. Вы помните, я Софии слитки брала в Тедзенисе. Интересно, они туда влезут в туфлю или нет. Ну, это уже в бомбере, в теплом. Магазин Лизы. Лизола. Лизетта. Что, отдала ей? Боже, у нее столько всего нового. Она говорит: Марина, какой вельветовый костюм на тебя красивый. Ну, там пиджак длинный. И у нее подороже, чем в Тедзенисе. Видите? Ой, я, кстати, не была в H&M. Но мне надо носки. Я говорю: слушай, как ты думаешь, мне носки надо или слитки? Она говорит: слушай, с этим носком нормально смотрится. Я говорю: не знаю я. Ну, сыра. Сейчас посмотрим, что здесь. О, рубашки тоже. А сколько здесь такие рубашки? Сейчас я очки одену. Тоже 19. Но эта рубашка интереснее, потому что она застегивается вверху, моя не застегивается. Девочки написали: Марина, такая рубашка красивая, шелковая. Я не думаю, что это шелковая рубашка. Так, очки, очки, очечи мои, очечи. Очечи мои. О, какие легкие брюки. Сколько такие? А что вы их так спрятали? 15 евро. Говорит, Марина так все швыряет. Ну. Чего я швыряю? Нормально я швыряю? Так, девочки. Так, девчули. Хороший материал такой. Платьишки для девочек новогодние. Все. А это что такое у нас? Симпатичное. О, какое платье. Прям на животе будет все прикрывать, да? Красиво. Сколько такое? 20 евро. М-ка. Надо что, померяем? Зеркала нет. Она длинная. А что так попрятали все блестяще? Не могу понять. Так, ладно. Вельветовая рубашечка. Девочки, мне все равно надо будет вельветовые рубашечки покупать. Я просто вельвет обожаю. Надо пересмотреть. У меня там все костюмы. Костюмы я уже к Саше в комнату складываю. То, что я с собой буду брать. H&M-чик. Такая красивая кардиган. Цвет обалденный. Вау, 29,99. Боже, какие вы шикарные. Какой размер у вас? Не написано, 34. У меня, наверное, какой? 32. Девки, я поправилась. Да он какой-то грязный, что-то там такое грязное. Боже, ну оно обалденное. Блин, я не хочу раздеваться, мерить. Но это так здорово. Брюки, они всегда брюки. Кстати, мои, которые я покупала в этом, в том году в Заре, на меня не застегивается. Потому что я поправилась, у меня живот поправляется в первую очередь. Мерить не хочу, раздеваться. На днях зайду, будет, не хочу. Так, ладно. Ладно, животы втянули. Я, кстати, у Лизы спросила, заказала ей такое платье, говорю, цветное. Говорю, с толстой вязкой, я говорю, привези мне вязаное, длинное. Так, ладно. У меня, кстати, вот эти штаны на меня спадают, потому что они с высокой талией. H&M-чик, видите? Новогоднее все такое. Пальтишко. Сколько у нас такое? Может, кому-то интересно. 100% полиэстер, 50% еще чего-то. Так. Лизе настроение поднялось, когда я пришла. Говорю: Лизочка, говорю, подожди меня еще немножечко. Но я же деньги до сих пор не отдала. Она говорит: да ничего страшного. Так, ну это пижамный вариант. Так, ладно. Пижамы у меня много. Вот такое вязаное я хочу, длинное.
Вот как я там мерила, только не черная. Помните его вес? Я мерила на днях, только не черная. Смотрите, какая я дама у вас стала. Видите, что-то комментарии ваши начитаюсь. Посмотрите, какая дама. Кстати, кардиган за 15 евро в том году или позапрошлом году. Да не, я хорошо вынижу. Сама себя успокоила, посмотрела, хорошо выглядишь. При таком свете, которым у них здесь такой свет, что кажется, что ты хорошо выглядишь. Что это такое? Я думала, для собачек вот это, знаете, подкладочка, это шапка. Так, ладно. Что в этом зале, давайте посмотрим. Интересного. Живот надо втягивать. Потому что эти расслабленные мышцы до такой степени уже расслабились, что... обнаглели просто. Юбку тоже еще себе не брала, не смотрела юбку себе. Даже юбочки у меня нету. Хотя бы на одну юбочку, чтобы побольше было. Такое твердое, не мое. Боже, какая сумочка. Как раз подачки собирать. Вот так вот ходить с сумочкой. Вот так вот и говорить. Подайте, пожалуйста, мне на что-нибудь, на выпить. Рубашки, видите, модные. 30 евро. Но я не думаю, что это за 20 евро, за 15. А что это там, шелк? Я не разбираюсь. Просто видела комментарий, говорит, шелковая. Фу, неужели? Так, ладно. Блядь, я сегодня за носками дойду или нет? Девчули, наподобие вот такого я хочу. Вот оно по 20 евро. Цветное, я имею в виду, такое. Но не мой цвет. Хотя желтый. 20 евро. А где здесь зеркало? Хотя желтый, в принципе, горчичный. Но у меня просто лицо желтое. Но это уже лучше, чем черный. И стоит недорого. Горчичное. Знаете что, я, наверное, сейчас в Кальцедонию зайду. Наверное, в Кальцедонию посмотрю носки. В Кальцедонию носки посмотрю. А, кстати, здесь я хотела кофточку эту желтую еще раз руками потрогать, помните, с пуговичками. Девочки, так Новый год чувствуется, прикиньте, вообще просто. Где-то здесь была эта желтая кофта с пуговицами. Красивейшая просто, в душу запала. Уже здесь нету ее, неужели, или перевесили, или раскупили. Значит, не мое, сейчас я спрошу. Сейчас она спросит. Я хочу померить ее. Я позавчера здесь была. Они лежали. Она говорит, уже не давит. Может быть, кто-то говорит, бросила, говорит, в переодевалке. Говорит, сейчас посмотрю. Красивое платье. О! Блин, она чуть подороже стоит. Я думала, меньше. Смотрите, как красиво. Я просто думала на корабль, знаете, там девочки написали, Марина, там кондиционер работает, там холодно, а у меня кардиган вести, я опять говорю, не, места не будет, а хоть одну кофту. Смотрите, как она красиво смотрится. La L sta bene. La L sì. Sì, 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 grazie. No, la L. Сейчас я S померяю. Bella. Жалко, что нельзя у вас совета так сразу онлайн спросить. Смотрите, это S-ка. S-ка вообще классно сидит. Если L где-то висела, то это классно сидит. Какой-то боди под ней садить. Я прям через голову одевала. Не знаю, мне кажется, S даже лучше. Просто сейчас, если я уйду и буду ждать ваши комментарии. Хотя, с другой стороны, знаете, если судьба до завтрашнего дня дождется, то я бороду трогаю. Если судьба до завтрашнего дня, комментарии почитаю и дождется, какую лучше взять, эску или эльку. Блять, меня жаба давит на бабки. Ну, красиво. И за пуговиц, наверное, только. Ну, и цвет такой миленький, скажем так. Не, дождусь комментария. Боже, сейчас так рано, на улице такая темнота. Но у нас дождь передавали, мне на велике хоть бы домой добраться. Саша, кстати, покупала боди здесь. В тот раз она себе боди взяла и брюки она себе взяла. Все, девчули, пошлите, почитаю комментарии, если что. Если я завтра здесь буду, подъеду и возьму. Правильно? Что-то я думала, она подешевле стоила.
Ну, симпатичная. Она говорит, если хотите М, мы можем заказать в магазин, что М-ка может прийти. Ну, не такое, не то, что мне прям горит она. Так, ладно, в Цедоне. 10 евро розовые. Блядь, зачем я сюда зашла? Носками я сюда зашла. Надо сейчас будет носки выбрать. Так, короче, в Кальцедоне есть телесные, фиолетовые. Я ей показала, говорю, как вы думаете? Она говорит, что это сейчас самый пик, говорит, эти, ну, носки, говорит. Ты, ну, круто под эти туфли, я говорю, да? Но 4 евро одна пара. А, я говорю, хорошо, я сейчас зайду в ОВС, говорю. Просто здесь дешевле, девчонки, в ОВСе. Она говорит, сейчас люрексовые все носят эти. Красный костюм. Ну, красный я буду как дурочка, если бы розовый был. А хочу велюровый костюмчик. Сколько я уже на него хожу, смотрю. Розовый хочу. Розовый, фиолетовый. А вот тоже, смотрите, кто-то бросил кофту. Кстати, я на своей фиолетовой кофте, сейчас домой приду, вам покажу, переставила пуговицы. Пуговицы не покупала в этот раз. Еще, видно, со Светой тогда брали, когда Света была. И пуговицы пластмассовые я переставила. Очень красиво смотрится. Я не хочу ничего такого, понимаете? Я с этими уборками у бабок. Я постоянно в одном и том же. И, блядь, когда выходишь оттуда, хочется праздника. Душевного какого-то. Блядь, даже вельветовые гольфы в жизни своей не видела. Вельветовый гольф. Ого. А что так вельвет дорого стоит? А, на тигровое я вообще уже смотреть не могу, на тигровое ни на что. Так, ладно, в носки, да? Идем в носки. Она говорит, ты что, говорит, сейчас люрексы, говорит, носки люрексовые сейчас модно. Я говорю, ну я, мне тоже нравится, говорю, в принципе, я говорю, ну, бляха-муха, это как-то чересчур. Я видела, здесь носки были, где-то вот здесь. Вот здесь люрексовые носки были. И здесь они 3 евро. То есть там они дороже стоят. И здесь еще и короче. Я у нее спросила в том магазине. Я говорю, есть? Ой, блядь. Все время комментарии этой женщины вспоминаю. Говорит, что ты там все это? Оно, блин, падает. Вот такие вот надо взять по 3 евро. И они короткие, видите? То есть они короче, чем вот эти. Вот, вот они, короткие. Вот такие возьму люрексовые. А это даже еще и плотнее. Немножко тоже люрекс. А эти девчонки 3,50, мальчики-мужчины. Но они поплотнее. Может быть, так и ногу раз... Ну, чтобы нога, знаете, не попортилась. И еще бы мне следочки. Мне много не надо. Мне буквально там 2 же. Не постираю их в море. Я же на корабле плыву. Так, эти точно я возьму. Будет ли там время стирать, еще неизвестно. Но а которые в Кальцедоне, они более высокие. И нет вот этой вот резиночки, они бы спадали с вас. Но вот эти, я не знаю, полосатые, сколько они, тоже 2,95. Полосатые как-то не сексуально смотрятся, да? Ладно, тогда сейчас в Тэдзэнь зайду. Носочки хорошие. А с этой стороны они уже идут длинные. Но мне просто, что вот сейчас осталось докупить, вот такие вот мелочи мне осталось докупить, мелочевку. Там лейкопластырь, вот пару носочков, то есть все остальное. Да, лифчики мне не нужны, потому что я, у меня всего их 2, мне их хватает. Ой, такая очередь за одни носки. Жесть. Ну, надо, надо. Так, ну ладно, девочки, я взяла цветки в Тэдзэне, сейчас покажу, домой приду. И взяла под вашим влиянием. Я взяла все-таки, не мерила сегодня, костюм вельветовый этот, бежевый. Ну, он такой, как беленький. Брюки МК и МК пиджак. Она сказала, в течение 30 дней можно поменять. Это для Лейниковой. Вот это съезжу на пароходе. Похожу в нем, потом приду, поменяю. Короче, у Лизы там интересный цвет костюма, но у нее брюки солнцеклёш. Типа брюка-юбка-брюки. И светленький он. Больше, чем черненький, мне нравится. И они недорогие. По 25 евро. Ладно, сейчас на велик домой. Ну, вот здесь вот немножко я, там, где нога в ширине, натерла. То есть не намазолила, а натерла. Они широкие, новые. То есть узковатые. Но они разносятся, будет вообще шикардос. Когда иду в этих носках,
нога хлепает сзади чуть-чуть, потому что 40-й. Но если бы был 39-й, я бы вообще там пальцы бы в крестики-нолики играли. Все, я за великом. О, новый магазин открыли, кстати, я его не видела. У нас там в центре такая красивая витрина, яркая, прямо фуксия. Но никак не получается вам показать, потому что я на велике еду. Так, ну ладно, наверное, я в этом бежевом костюме. И, наверное, буду тогда ехать, потому что мы с машины выйдем. И на палубе уже будут стоять режиссеры, журналисты. Поэтому, блядь, надо выйти так, чтобы тебя сразу заметили. Меня невозможно не заметить, но все равно. Короче, как-то там. Да, я хлепаю немножко в них. Может, ваты вперед. Может, ваты вперед. То есть нога хорошо сидит. Даже не знаю, как вам объяснить. Носок, наверное, скользкий. Но я слитки взяла. Прям такой бежевый, телесный. Сейчас я посмотрю. Домой приду. Может быть, уже аптека закрыта, открыта. Мне нужно запись взять на тест. По записи. Ага, открыто. А сейчас спрошу у них за лейкопластыри. Очередь, видите? Ой, девчонки, вот здесь вот, вот тут вот давит. Вот здесь косточка. Разносится ж, наверное. Слушайте, ей продаются же какие-то обезболивающие, ногу заморозил, вставил, пошел в туфлю, и тебе не больно. Кстати, вот эта аптека, она дорогая. Видите, ацидолауронику и коллаген. 9,99 по 15 миллилитров, 19,90 45 миллилитров. Что на велосипед, что значит нету, взять у них нельзя запись, дала номер телефона, чтобы, может быть, перезвонить, если что-то освободится. Спросила у нее за лейкопластыри, очень дорогие, 5 штучек всего внутри, на Амазоне легче. Но это дорогая аптека, и стик, я у нее говорю, слушай, нам какой-то стик, я говорю, видела. Она говорит, есть стик, говорит, но 11 евро, я говорю, что я видела, говорю, на Амазоне 5 или 6, она говорит, у нас, говорит, дорого, ну, типа, доставка. Ну, дорогая доставка, что брать не будешь у меня за 11 евро стик. Я говорю, как он работает? Она говорит, просто помазала. Я говорю, что и не будет вавки. Ну что, вот я помазала, мне там натерла, допустим, на пятки. И что, вавки не будет, я не могу понять. И этот сапожник, что-то за эти туфли, сколько они у него. Он должен был смс, но, может, я смс не видела. Просто, что мне надо эти туфли все разносить. В кроссовках, понимаете, классно ехать в кроссовках, нормальные люди поедут, но мне же надо повыебываться, что я в кроссовках по городу в кроссовках еду, потом туда этот, поеду в этот в круиз опять в кроссовках, бабки в кроссовках, с карликом в кроссовках, бляха-муха, что это, что-то такое. Кстати, надо пояс купить, даже под эти брюки у меня он, они падают немножко. Короче, что? Сейчас домой приду, на Амазон залезу, тогда возьму за 5 евро этот. Посмотрим, что будет с ним. Так, все, вот, переключаемся. Всем привет еще раз. YouTube, смотрите, под вашим руководством. Девчонки, хотела спросить, что это такое? Смотрите, я делала на чистое тело сегодня. Причем не на чистое тело, что там подмышки подмылись, да, там и дизиком это. На чистое тело, она покупана. Я делала чистую футболку, которая стиралась в машинке, не вручную. Слушайте, дошла до города, она потом воняет. Бывает такое, знаете, что вот вещи, что они застирываются, или они теряют вот это вот звено волокна. И потом оно прям реально пахнет потом. Руку поднимаешь, то есть не ты пахнешь потом, а вот эта вот футболка, она. Что это такое, вообще не понял. Смотрите, я под вашим влиянием купила вот этот вот костюм. В принципе, знаете, я вот сейчас посмотрела, сейчас что-то я уже не пожалела. Наверное, по другую футболку надо его носить. И я еще в Тидзене, если вот сейчас Саша придет, она на этом, на курсах вождения. Я ей сейчас денег дам, попрошу, чтобы она купила три в упаковке, три следочка, два телесных в Тидзенисе, одни белые.
Я вот так вот их одела, намного лучше, чем в носках. Единственное, что впереди вот эта вот длинная, немножко надо ее так вот подкатывать. И пятка закрытая. Сейчас я посмотрю этот стик за 5 рублей на Амазоне. Уже вечером сейчас сяду. Мне надо кое-какие вещи доделать. А, давайте костюм покажу, потом рубашку вам покажу. Больше не буду делать, читала ваши комментарии, не буду больше перья делать. Только от Буа, пожалуйста, меня не отговаривайте. И сережку сняла, все как вы хотите. И настроение поднялось, молодцы, что уговорили. Наверное, сюда. Смотрите, здесь они на меня прям впритык. Это М. Там типа М, Л, С. Они на меня, они быстро разберутся, потому что они дешевые. То есть, если в Заре, они будут подороже. Видите, вот сюда вот пуговичку хочется, но здесь же кнопка. Я схожу к этому, не знаю, к сапожнику, чтобы он переставил. Ну, живот надо втягивать тогда. Смотрите, девочки, как мальчики, мужчины. У нас, наверное, я на улицу сегодня с ними не ходила вчера. Не ходила, потому что вчера дождь. Сейчас погода ветреная, тоже на дождь идет. Смотрите, карманов здесь нету, карманы здесь вот здесь. Они, кстати, не очень такие удобные. Не знаю, наверное, какой-то боди под низ надо. Но классно, тем понравилось, что оно на кнопках, не на пуговицах. Оно на кнопках. Мне как, я вообще люблю вот вельвет, велюр. Люблю, никогда такого не было, но я любила. Я всегда любила, смотрела на других и мечтала. Рубашка подкатывается, рубашка-пиджак. Смотрите, как смотрится. Наверное, какой-то боди надо одевать. Видите, вот прямо вот здесь вот он у меня. Вот она моя, вот эта с этой стороны нету. Как-то хочется его вот так вот, чтобы они посвободнее были. Но в L бы я утонула. И если бы я взяла бы L, мне бы потом пришлось бы додавать своей швее, чтобы она перешивала. Это дополнительные деньги. Она, ну, понятное дело, чтобы... Не просто ж так. Видите, вот тут вот прям хочется вот здесь. Ну, надо вот здесь. Вот если будем выходить там в городах, ну там, допустим, в Испании, неизвестно, какая погода будет, да? Оделся, нам сказали, что мы не можем, типа, фотографировать вас в вещах стилистов, типа, в городе. Будут только вот эти в вещах стилиста, будут только фотки на корабле. Она говорит, берите что-нибудь такое, что вы будете одеваться для своей фотосессии. Ну вот, смотрите, почему мне одеться для фотосессии. Вот, почему мне одеться для фотосессии. Да нет, это я шучу. Не, я больше не буду. Нет, вот это вот осталось. Это я куда-нибудь присобачу на каком-нибудь костюмчика, но это. А так нет, это я вам так нервы пощекотать. Нет, больше не будет. Я просто думаю, вот сюда вот, может быть, какую-то брошечку мне бы хотелось. Какую-то балеринку сюда, я не знаю, да? Какую-то балеринку, типа ел. Типа ела морда малая. Типа, фу, какой. Ты ж наелся, и меня тут нюхаешь. Ты. Да. Ага. Моя собака красивая, любимая собака. Иди сюда. Иди, моя красота. Ой, какая ты легенькая. Какая ты легенькая моя. Красивая девочка такая красивая. Такие красивые собаки у меня. Такие они красивые. Такие красивые собаки. Да. Девочки. Сейчас я вам туфельки покажу. Под эти брюки классно смотрятся. Я с этими носках в натуре, блин, я хлюпала. Так не хлюпаю. Может, то, что я дома хожу, а не хлюпаю. Сейчас. Так, подождите, не это самое. Иди сюда. Можно цену оторвать. Сюда подойдите. А я же поставила там бискоты ихние. Они нюхают, что там печенье. Там ваше печенье. А вы его нюхаете, да? Нюхаете, там мамка печенья поставила. Смотрите, видите, отойди, Шань. Смотрите, видите, следок виден. Его надо туда за это. А вот тут я уже, ой, а что-то такое. Ну, там грязно, у них уже там висело такое. Смотрите, а вот этот я немножко его приспустила, следочек. А полосну, наверное, штаны, да? Потому что там у них и висят такие, они уже. Люди шмеряют, бросают. Не знаю, пиджак успеет высохнуть или нет. А... Ля, ты какая цаца, какая принца Негаля. Сейчас я им дам. Идите сюда, дам вам этот. Сейчас дам им этот. Окна открытые, без толку мыть, квартиру перемывать. Идите сюда. Да, держи. Молодцы, хорошо себя вели? Эмасон, кстати, брави, Лоро. Брависсимы все эти статки. Так, это мне пришли бриллиантики. Сейчас Саша будет уходить. Я попрошу, чтобы она зашла на днях в Тедзенис.
И взяла они по сколько там? 3 евро, по-моему, тоже. Сейчас не помню. 3 вот этих вот следочков. Сейчас я еще эти следки попробую в туфли засунуть. Да, пришли мои блесточки. Отлично. Доделать. Пару вещей мне осталось доделать, дотюхать. Буду ждать ваших комментариев по поводу пиджака. Боди, наверное, что на боди у меня есть. Красиво. Так, ну ладно, девочки, мальчики, мужчины, на этом буду заканчивать. Я довольна. Хорошо, что вы меня уговорили. Молодцы. Не было у меня таких вещей красивых. Пусть они будут. Видите, руку поднимаю, и все, я чувствую запах пота. Я руку поднимаю, и я в артисте вспотел. Потом сейчас обрежем. Чао, море, иди здоровайся со всеми. Как прошло? Все хорошо? Да чур, я сейчас тебе денежку дам, когда будешь в центре, домани, дуподомани. Зайдешь ты, Дзенис, мне купишь такие эти самые. Устала? Это она, у нее вторая лекция, по-моему. Вторая лекция. Все, наверное, надо простянуть. Посвежий будет. Он, девочки, не белый, он такой, знаете, немножко как молочница бежевый. Ну, что М-ка бы была бы большая, надо было бы М-ку ушивать и сзади, и там, и уже нет. Уже стрельши, это самое. Сейчас рубашку вам покажу, как я сделала. Смотрите, пуговицы я не покупала. Пуговицы, когда начала рыться, и такая рось, думаю, тюлянь, коробочка, что за коробочка? Открываю, а там пуговички. То есть мы еще, видно, со Светой покупали. И они так, не знаю, где. А, вот они. Или это, или другие. И они были неиспользованные. И я такая, о, ля, пуговицы разноцветные. Вот, это, правда, они пластмассовые. И я вот здесь вот сделала цветные пуговички, пришила на нее все пятна. Я ее уже стирала, потому что на ней пятна остаются моментально. И я здесь вставила пуговички, поменяла. Видите, как красивые пуговицы вообще шикарные. Они просто, что они пластмассовые. Вот, и сюда вот нашила этот... камни здесь сделала, у меня уже хорошо получается по камню нашивать. Вот здесь сделала, чем больше шьешь, тем, ну, уже лучше получается пятнышки. Да, я ее уже стирала. Вот этот вот волосню можно сюда перевернуть ее. Смотрите, как уже красиво получается расшивать. Видите? Я немножко расшила. Там девочка написала, ну и что, что бедно живем, зато делаем богато. Ну, дело не в этом. Самовыражаюсь, потом, может быть, надоест, не знаю. Сама рубашка по себе, она такая же, как и белая, плохо тем, что, видите, падает воротник. То есть, если он так открытый, здесь некрасиво, мне не нравится. Ну, ничего, ладно, расшила, получилось неплохо. Получилось неплохо, я ее умерила, там в Инстаграме выставила, или на ТикТоке, кто-то, может, видел. Красиво расшила, аккуратненько уже более-менее получается. Нормально там видно. Рубашка. Ну, наверное, уже не под этот костюм, да, потому что, наверное, под пиджак, может быть, завтра померю, не знаю. А это сейчас брошу, сейчас быстренько тогда брошу на быструю стирку, и я сейчас его простирну. Все, всем огромное спасибо, но по сарам же прекрасно и удивительно. Огромное спасибо, не забывайте, девчонки, если есть возможность, мальчики, мужчины, поддержите артиста на PayPal хотя бы по 1 евро. Смотрите, какая красивая туфля, легкая. Это вот я брала, что ты берешь и платишь 3 раза. То есть не сразу платишь, а 3 месяца. Допустим, они стоили типа 40 евро, вот разбились на 3 месяца. Завтра вам покажу платье, которое надо будет отдавать швее. И пришло платье, но оно широковато, 44-е. Она мне сказала, какой у меня размер? Она говорит, 44-й бери. Взяла 44-й, и он это. Для меня большевод, и я немножко расстроилась, хотела его сдать. Думаю, надо Софию поднапрячь, спросить, как сдавать вещи. Вот. А сестра говорит, не, Марина, говорит, лучше, говорит, ушей. Ой, какие классные, так они тут, оказывается, с этим, блин. Она говорит, Марина, лучше, говорит, ушей. Говорит, платье хорошее, говорит, она тебе ушьет его. Смотрите, здесь какие классные. Так, сколько здесь? Тогда их здесь сколько пар? 5 в упаковке тогда получается. Больше их получается. Да, потому что... Ладно, да, 5 пар получается. Смотрите, оказывается, вот здесь, на следочке, есть уже, видите, прорезиненная. Интересно, они в туфли засунутся? Видите, прорезиненная этот, штука, которая... Класс. Сейчас Сашку денежку дам. Они там в центре часто лазят.
Так что, если треба варить, не надо варить это. Уж ешь, делаешь покороче, в этот раз не возьмешь. В следующий раз будет обязательно возьмешь. И это не хорошо тогда. Тогда так, все, всем пока. Спасибо, что прямо это. Я бы, девочка пишет, Марина, я бы такой взяла костюм. Какой он классный, белый. Молочный, ну, блин, может взять, конечно, тоже, не, что, у меня только один костюм, этот, который я у Лизы брала с пиджачком, один костюм, вот это с юбочкой у меня, и все. То есть у меня одни брюки и футболки. И причем это еще и вонять начало. Все, всем пока.